ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй яжеко спасение, прошение, жизнь вечную, в немощих сущие посети, исцеление даруй, я же в море праве, с путешествующими с путешествуй, христианам с поборствуй, служащим и вилующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй по велице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопшая Сы братью нашу, и упокой я, иди же пресещай свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь тем яжеко спасение прошение жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и призна Девы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь.